Привет, ребят! Вы на канале Рыба Кит. Не забывайте, подписывайтесь, рисуйте со мной. Сегодня я рисую Буратино. Мне тут задали вопрос, мой братик хочет лису, и так я нарисую лису, надеюсь, что нарисую. Я не уверен точно, потому что в конце я решу, еще люди другие напишут. Сейчас я рисую Буратино, а пока мне такой вопрос задали. Кто такой Садко? Вообще, конечно, очень жалко, что люди не знают, кто такой Садко, но сейчас я рисую Буратино, и я постараюсь этого Буратино рисовать только черным маркером, ничем другим, понимаете? Это довольно сложно, хотя даже немножко просто, что ли, мне, потому что мне нравится рисовать маркерами, мне нравится рисовать другими карандашами, там, разными. Но вот я постараюсь только маркером нарисовать, не использовать цвета. Хотя, может быть, цвета чуть-чуть я потом добавлю. Ну, глазки, к примеру, вот я сейчас смотрю, если у него будут такие веселые глазки, что мне хочется его больше, ну, что ли, вот так. Так, здесь нарисую ему волосики. Из стружек. Буратино – это не русская сказка. Хотя нет, русская сказка вроде как Пиноккио, а не русская, а это вроде как русская. Так что считайте, что Буратино – это наш парень. Так, ухо, волосики. Мне в детстве этот Буратино очень нравился. Особенно мне нравилось... Что мне нравится? Мне нравилась песня Буратино. Вот просто она была потрясающая. Настолько детская, настолько веселая и задорная, что можно было целыми днями ходить и петь эту песню. Кто с доброй сказкой входит в дом, кто с детства каждому знаком. Его повсюду узнают. Скажите, как его зовут? Бу! Пара-па-па-па! Ра! Та-пара-пара-па-ти! Пара-пара-па-па-па-но! И у него, конечно же, курточку я рисую. Курточку. Курточку. Такой веселый парень. Хороший Буратино. Это такой хитрый парень. Он такой не дурачок. Он вообще не хотел ничего делать, я помню. Он там хотел баловаться. Ему говорят, ты должен там то-то, то-то делать. А он говорит, я не буду этого делать. Так что Буратино, он такой себе на уме. Потом, в конце концов, он там золотой колючек как-то раздобыл еще. Вот, и вообще там он работать не хотел, я помню. Вот здесь я золотой ключик нарисую вот так. Здесь ручка вот так идет, здесь вторая ручка. Ушел от папы, Карла убежал. Так что это еще то было. Так, как же он будет у меня стоять? Вот я сейчас думаю, ноги надо сюда засунуть, ноги ему вот успеть. Так, так. Ну, наверное, он будет так танцевать будет, точно, танцевать. Я думаю, что он будет танцевать. У него шорты. Так, и ноги. А ноги у него не настоящие. Они у него, я помню, когда в моем детстве мы рисовали вот так ноги. Ну, как палочки, палочки. Я рисую как палочки, вот так. Так, а здесь башмак его. А здесь второй башмак. И вот она вот так нога уходит. И вот сюда. О, как я изловчился. Как настоящий художник. Он так в распалясочку пляшет. Вот, конечно же, повторять такого Буратино вам будет сложно. Но не повторяйте, просто посмотрите, что можно классно нарисовать Буратино. Сейчас я его продолжу рисовать черным маркером. Не буду добавлять цвета. Я попробую углубить его немножко черным цветом, кое-где добавить, кое-где убавить, носик, улыбочку, вот так вот. Так, много, конечно, мастера потратится, но ничего, зато полезно вам посмотреть, что можно рисовать черно-белого Буратино, и при этом он останется Буратиной. Черно-белый рисунок тоже можно посмотреть. И тоже очень даже ничего будет. Так, вот такой вот у меня красивый. Я ему даже нарисую, знаете, реснички. Надеюсь, вам будет видно реснички. Здесь у него тень. Тень. Такой. Идет и тащит золотой ключик. Ну, в общем, так, заканчиваем. Ребят, это был черно-белый Буратино. Я пытаюсь разнообразить, чтобы было не только, к примеру, ну, красками или карандашами, ну, можно фломастером, просто черным. Да, у тебя получился классный Буратино!
Тебя бы одобрили какие-нибудь английские художники? Да, тебя бы одобрили. Художники-иллюстраторы? Да, меня бы одобрили художники-иллюстраторы. Да. А что бы они еще меня одобрили? За что? Они бы тебя одобрили за то, что ты рисуешь для детей. Да, я надеюсь, что меня одобрят за то, что я рисую для детей. Ладно, ребят. Так, шалтай-болтай, здесь посиди и не убейся. А мы пока ставим делом перерыв на одну минуту, когда я следующего буду рисовать, а следующий я рисую Бабу-Ягу. Очень страшный персонаж. Так, давайте.